Всем привет! Меня зовут Екатерина Кононова. Девчонки, сегодня мы вместе с вами будем работать над мышцами пресса, используя фитнес-резинки. Практически каждая девчонка, прорабатывая ягодичные мышцы, использовала резиночку. Но редко кто использует фитнес-резинки, работая над мышцами пресса. Хотя это функциональный тренажер, и с ним можно прокачать любую мышцу вашего тела и даже пресс. И сегодня мы этим займемся. У нас 45 секунд работы, 15 секунд отдыха. Каждое упражнение по 2 повторения. Используем дополнительное отягощение и начинаем качать кубы. Поехали! Первое упражнение у нас велосипед. Я буду использовать резинку желтого цвета. Вы же подбираете резиночку в зависимости от ваших физических возможностей. Поехали. Крутим в воздухе педали и касаемся локоть колена по диагонали. На выдохе. Сделали отдых. Уже после первого упражнения пресс горит. А что будет на последнем упражнении? Поехали. Второй подход. Велосипед. Я надеюсь, каждый чувствует то, что сейчас чувствую я. У нас второе упражнение. Так, берем красную резиночку, одеваем резиночку чуть выше колен. И поехали. Ныряем между ногами и разводим ноги в стороны. Отрываем плечи, лопатки и ныряем между ногами. И при этом разводим ноги через стороны. Сделали отдых. Отдыхаем. Выше колен и поехали. Ныряем, отрываем плечи, лопатки и разводим ноги через стороны. Сделали. Следующее упражнение – это толкание стены. Поехали. Опор на предплечье, толкаем стену. На выдохе.
носок на себя. Пресс в шоке просто. Отдых и второй подход. Толкаем стену. Каждый чувствует свой пресс. Толкаем ногу на выдохе и подтягиваем к себе. Толкнули и подтянули. Сделали. Следующее упражнение у нас просто мега тяжелое. Это ножницы вверх-вниз. Зафиксировали резиночку на голени. Руки под ягодицы, ладонями в пол. И поехали. Ножницы. Терпим. Нельзя, баки. Еще 10 секунд терпим. Это просто жесть. Пресс печет огнем. Отдыхаем. Второй подход. Поехали. Руки под ягодицы. Ножницы. Девчонки, терпим вместе со мной. Мне тяжело так же, как и вам. У нас последнее упражнение, но два повторения. Планка, колено в груди. Поехали. Подтягиваем колено за счет мышц пресса. Отдыхаем. Последнее упражнение, последнее повторение. Пресс просто уже отпадает. Поехали. Верхняя планка. Ладонь.
ладонь строго под плечом. На выдохе подтягиваем колено груди по диагонали. Пресс горит. Давайте подтянем мышцы пресса. Мы закончили. Таймер стоп. Тянемся макушкой в потолок. Делаем вдох и растягиваем мышцы пресса. Нельзя. Баки, нельзя. Тянемся. И расслабились. И еще раз. Тянемся. И расслабились. Через правое плечо на левую пяточку посмотрели. Задержались. И через левое плечо на правую пяточку. Задержались. Мы закончили. Я надеюсь, вам понравился этот комплекс. И теперь вы будете не только качать попу с фитнес-резиночками, но и выполнять упражнения на пресс, используя этот универсальный тренажер. У меня очень много комплексов на пресс в Instagram. Я добавлю ссылочку в описании. Переходите, тренируйтесь. Очень крутые комплексы. Как на пресс с резиночками, так на руки, на ягодицы. Потому что прорабатывать можно абсолютно любую группу мышц, используя резинки. На сегодня все. Скоро увидимся. Пока-пока.